С 11 по 13 октября 2013 года в городе Междуреченск на Усинских скалах прошли соревнования по спортивному туризму. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кемерово, Анжеро-Судженска, Новокузнецка, Белого, Мысков и Междуреченска. От нашего города преодолевать испытания приехали 4 спортсмена. Участники проходили 2 дистанции – это личное первенство и связка. Соревнования очень серьезные, очень сложные, очень серьезный рельеф, очень большой перепад высот. Одно из серьезных таких сложностей – это был подъем по навесной переправе, крутонаклонная навесная переправа, более 40 градусов. Ребятам нужно было 40 метров подняться вверх по крутонаклонной. Спортсменам необходимо было пройти по бревну через сухой овраг, навесную и крутонаклонную переправу, подъем по скале и еще множество других не менее сложных испытаний. Среди девушек 14-15 лет наша спортсменка Алена Богданова заняла 3-е место. А связка Константин Гертышов и Алена Богданова стали лучшими в области и заняли 1-е место. Но победители не расслабляются, уже начали подготовку к следующим соревнованиям. Андрей Камышев, Александр Михайлов, Мыски сегодня.